Осторожно, мошенники, злоумышленники рассылают на номера мобильных телефонов сообщения о том, что истекает срок получения денежной компенсации. В тексте указывается ссылка, по которой якобы можно получить средства и проверить сообщение на спам. Как правило, при переходе по таким ссылкам мобильное устройство закачивается вредоносное программное обеспечение, созданное с целью получить доступ к конфиденциальной информации гражданина. Сотрудники регионального МВД предостерегают граждан ни в коем случае не переходить по присланным ссылкам. Такое сообщение нужно удалить и заблокировать отправителя. Если все-таки мошенникам удалось завладеть данными, следует обращаться в полицию.